С инициативой отменить прямые выборы мэра в Петрозаводске и Костомукше и ввести должность назначаемого сити-менеджера выступили депутаты Петросовета, которые направили соответствующий законопроект в карельский парламент. Депутаты Петрозаводского городского совета, поддержавшие инициативу, полагают, что в этом случае глава местной администрации будет проходить строгий отбор и назначаться, исходя из своих профессиональных качеств. Конкурсы, предъявляемые требования кандидату, исключают возможность назначения на должность сити-менеджера неподготовленных людей и технических кандидатов. Председатель горсовета добавил, что есть целый ряд причин, почему надо назначать сити-менеджера, а не выбирать мэра. Выборы для скромного бюджета – весьма затратное мероприятие, а явка на таких выборах низкая. Голоса нередко покупаются, и в результате политтехнологи могут привести на этот высокий пост фактически любого. Вопрос сейчас стоит только один – кому доверить власть? Как успешного управленца и городского хозяйственника Сергей Пирожников привел в пример Павла Сипсякова, который в советское время был председателем городского совета народных депутатов и отвечал за город. Представители сразу нескольких политических партий предложили спросить самих горожан, хотят ли они выбирать мэра или доверить его назначение и провести в Петрозаводске референдум. В итоге после часового обсуждения законопроект Петросовета поддержали 16 из 18 членов общественного комитета по реализации посланий президента. Два человека воздержались. Решение о поддержке инициативы Петросовета будет отправлено в Законодательное собрание Карелии, где на ближайшем пленарном заседании депутаты рассмотрят законопроект.